Сегодня ответ на вопрос, сколько стоит клубника, не порадует. От 10 до 18 рублей просят продавцы за килограмм этой спелой и ароматной ягоды. У Марины Галузы свое фермерское хозяйство. Домашнюю клубнику в Брест женщина привозит продавать из Каменецкого района. С ее прилавка в будний день уходит до 50 килограмм, в выходные немного больше. Пока идет с теплицы, количество небольшое по сравнению с улицей. Но у нас свое фермерское хозяйство, как бы на улице тоже много посажено. Ну, килограмм 50-70 в день, смотря какая погода. Все зависит от погоды у нас теперь. Еще не сезон. Сезон начинается конец мая, июнь месяц. Вот тогда будет бойки. А сейчас пока так. Клубника, которую предлагают на прилавках Брестского центрального рынка, даже по внешнему виду понятна. Спелая, натуральная, вкусная, но пока дорогая. И это объяснимо. Во-первых, сезон только начался. Во-вторых, накладывает отпечаток непростая эпидситуация. И в-третьих, в настоящее время из-за того, что нет тепла и солнца, зреет клубника плохо. Кто-то покупает дорогой товар, а кто-то прилавки обходит стороной. Я свою выращиваю, ну, на свой дом. Ну, пока сейчас только цветет, но будем есть, пока будет своя. Как вам цены? Ну, конечно, дорого, наверное. Ну, и труд надо приложить. Труд, конечно, то, что надо ее ухаживать. Дороговато, но возьмем немножко. Я жду своей, допустим, даже не по цене, а просто у меня есть свой огород, поэтому своя клубника. Конечно, людей на Брестском центральном рынке даже в пасмурное утро рабочего дня немало, а прилавки ломятся от изобилия. Здесь наш отечественный продукт и все самое сочное и сладкое, что привозят из южных стран. До настоящего сезона ягод и фруктов еще далеко, а потому первые партии стоят прилично. За киви продавцы просят порядка 6 рублей, за кило винограда придется отдать 8, цена черешни – 13 рублей.